Цветы – лучший способ передать чувства. Композиции свежих роз, лилий или хризантем дополнит любой подарок, особенно в сезон выпускных и свадеб. В этот цветущий месяц свой 20-й юбилей празднует сеть цветочных магазинов «Флорис» и радует своих клиентов. Весь май, совершая покупки в салонах, отправляйте чеки в коробку и следите за результатами лотереи. В призах 10 авторских цветочных композиций, 10 комнатных растений и сертификаты на продукцию «Флорис» в 10, 15 и 20 тысяч рублей. Итоги розыгрыша еженедельно. Подробности на официальном сайте. Создать красивый букет и учитывать цветовые оттенки, цветовые гаммы, цветовые сочетания. А для тех, кто хочет связать свою жизнь с красотой, «Флорис» запускает обучающий курс «Флористика для начинающих». Здесь расскажут об основах цветочного дела, рецептуре букетов и правилах колористики. Обучение в 5 дней с полным погружением в практику. Должен быть какой-то центр композиции. Здесь мы видим, это гортензия, это какой-то крупный основной букет. Потом идут второстепенные цветочки. В данном случае, да, мы собрали розы, альстромерии, матиола и какие-то более такие вкусные добавочки. Также это возможность узнать флористический бизнес изнутри, получить именной сертификат и гарантию трудоустройства, а при желании начать свое дело, например, открыв франшизу при поддержке «Флорис». Я новичок и в бизнесе, и в флористике, но тем не менее полгода назад я купила франшизу цветочного салона, и оказалось, что с поддержкой «Флорис» открывать салон было очень легко. У меня нет даже сомнений в качестве цветка, да, мне предоставили прекрасные условия с ведущими поставщиками, вот, и изумительный чат поддержки. «Флорис» предоставляет концепцию, брендинг, помогает составить документацию и разработать стратегию работы с клиентом, чтобы каждый букет радовал своего покупателя, а цветочная комьюнити Барнаула становилась больше.